И в начале выпуска жуткой находки в центральной городской больнице. Минувшую пятницу слесаря медучреждения, готовящиеся к запуску системы отопления, заподозрили что-то неладное, почуяв зловонный запах на крыше здания. Осмотрев чердачное помещение, они нашли труп мужчины. На бездыханном теле, которое по всем признакам находилось там долгое время, была больничная обувь из травматологического отделения. Труп мужчины примерно 30-40 лет, волосы седые полностью, средней длины. В настоящее время кто такой не установлено. По этому поводу проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления личности и всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти этого мужчины. Видимых телесных повреждений при первичном осмотре тела выявлено не было, поэтому точная причина смерти станет известна после специальной экспертизы. Она же и укажет на срок нахождения трупа на чердаке медучреждения. Мужчина был одет в черную толстовку с белой эмблемой в виде круга, футболке, серых спортивных штанах и черных шортах. На ногах были медицинские тапочки. По этическим соображениям мы не можем показать вам фотографии, но если кто-то узнал в описании своего знакомого, обязательно сообщите в полицию. Пока уголовное дело не возбуждено, проводится проверка. После установления всех обстоятельств будут приняты меры, в том числе и в отношении центральной городской больницы, сообщает Следственный комитет Кунгура.